Для живописи акварелью понадобятся нам кисточки из натурального ворса. Подойдут такие, как белочка, колоночек, волк и, конечно же, медведь, если у вас большой-большой холст, формат бумаги. Мыть кисточки нужно обязательно с чистой, тепленькой водичкой. Нельзя хранить кистью в воде даже сутки. Ворс расклеится и начнет вылазить. После того, как хорошо помыли кисточки под проточной водой, не только в стаканчике, но и под кранчиком, хорошо высушиваем бумажные полотенца. Выжимаем их и придаем им нужную форму. И потом ставим на просушку. Кисточки же волка, если у вас есть, мы вешаем на просушку за хвостик. Также для акварели хорошо прикупить кисточку веерную, чтобы придавать красивые элементы на бумаге. Также в вашем ассортименте хотелось бы увидеть и плоские кисточки, и кисточки белка. Производителей, которых я рекомендую, это Гамма, Сонет и Пинакс.